Давай я направляюсь к тебе. Вот он, новый оазис, друзья. Мы... Ну как новый? Хорошо забытый старый, но... Надеюсь, здесь все по-другому. Надеюсь, здесь есть кошечки также, вон там, на таких вот площадках. Сейчас, если мы пройдемся, посмотрим. Новые деревеньки, может, какие-нибудь. Может быть, даже какой-нибудь. Ну, блин, мне некуда, короче, девать ресурсы, которые я буду добывать. Я сам полный практически. И мне еще базу строить. Выкидывай там из ящика волокно, дерево, все здесь добудем. Ты вместе с кукурузой волокно добываешь? Да. Так, вот деревья. Нам интересно, шелк червя есть здесь? Ну, как раньше. Шелк червя? Ну, помнишь, на том, так, я вижу какой-то такую. А, это, по-моему, с репитером какие-то баллисты. Ну давай попробуем сначала. Для начала вот такую маленькую деревушку. Да, это такая. Нифига себе, что это было? Ух ты, они чем-то херачат таким прикольным. Прикольно. Да вообще прикольным. Прям по ходу, ну нормально так вдарили. О, это все горит здесь, короче. Офигеть. Они, короче, какими-то горшками, походу, огненными лупят. Если вот так вот. Не попал. Короче, загораешься, если они, ну, попадаешь вот в эту вот фигню. В их. Вот там они, что ли? Ух ты, такая. Да, куда-то попал. Ну, почти снес одну такую пушку. Короче, ты какой-то недоброжелатель. Я пришел на новый оазис, сразу дерево. Ну я же обезьян долбашу. Вроде одну снес. Просто хочу посмотреть. Может, полянки я накосила. Почему она разная какая-то? А, по 50 скоро. Блин, они прям хорошо лупят. Очень издалека надо целиться. О, есть попадание. А мы так и не заехали на это. На чё? На торговку? На торговку. Там теперь у меня все стоит, знаете, торговки разные. Блин, ну чё за висяки-то? Ну, деревья не надо. Это прям какой-то форпост. Я решил напасть на самую большую опять деревню. Да нет, она вообще маленькая тут. Ё-моё, вода кончилась. Всё, у меня кирпича сломалась, я кукурузу не могу добыть. Блин, я не вижу, откуда они шпарят. Все, есть. Я, короче, смог справиться. Интересно, попадется вот эта вот штучка мне в этой деревне, с которой они лупили. Что за оружие это вообще?
Так, остались пехота. О, а я уже вижу, где глину добывают, походу. Я думаю, нам надо на этой полянке и обосноваться. Идите сюда, суки. Блин, они мне сломали. Сломали броню. Но это ничего страшного. Мы с двумя обезьянами здесь справимся. Че, у них здесь ничего такого интересного пока что нет. Да ёшкин кот. Задолбали своими. Да ты чё такой резкий, как понос вообще? Он меня прям с двух ударов просто вальнул. Нокнул? Чё? Ну не нокнул, убил. Убил? Я даже не успел ничего сделать. Он бац и бац. Сразу же. Не думая. Езжай ко мне, короче. Мы на этой поляне остановимся. Ну вот, короче. Все мертвы. Здесь вот такой вот вид открывается. Ну и посмотрим, что в этом ящичке есть. Ничего-то не взяли. Ну, броня, вот эта фигня. Автомат. У меня их много. Короче, ничего важного. Также здесь глаза, оружие. Парковка. Короче, ничего такого нет. Скелет тут висит у них. Ну, прикольно, прикольно. Можешь собрать что. Еще а две макаки кидают в твой ходон, между прочим. Ты с ними там разделаешься или нет? Нет, я поехал. Ага. Меня убьют. И без брони, без нифига. Короче, вот здесь это есть ангарчик таких ребят. Это, я так полагаю, глина здесь. С яблочками. Можно и яблочки собирать. Ну и думаю, что... А, меня валили. Две макаки вот эти. Они что-то в этом оазисе... Посильнее намного. Ну, не то, что посильнее. Меткие, блин. И что-то, да, они... Очень умело обращаются с топорами и посохами. Ну ладно, вот это походу скала торчит глина, которую можно добывать. Ну а у нас тут дальше идет. Тут дофига, короче, ангаров рядом. Один даже открыт. И что-то лагает. Наверное, из-за того, что дофига. Вот из-за двух шкур рупа срана. Выхватила по полочке. Оставь их, не ищи. Кого? Шкуры рупу. Блин, и здесь тоже стоят. Много-много всяких ангарчиков. Получается, это деревня, ты забрал все? Ну, чё все, я там... Может, там ничего особо. Дал? Ну, ничего особо, все то же самое. Давай вот сюда, на эту площадку. Здесь вроде никого нет. И здесь выровняем. Для себя. Здесь вот деревня покрупнее резается какая-то. С репитером и... Ну, давайте не возле деревни. Ну не возле, чуть подальше. Вот здесь, где кукурузы много-много. Так, мне нужен песочек, у тебя, я, по-моему, где-то. Да вот ты думаешь, глина? Ты не пробовал ее поставить? Нет. Ну ее киркой, наверное, добыть можно будет. Лучше попробуем.
Нет? Киркой подожди. Не добывается. Ну я подожди, поменяла только. Почему? Почему она у меня уставится? Пробуй сейчас. Оба, один раз стукнула и все, и она исчезла. И ничего не дала. Ну, бывает. Видно, чем-то другим копалкой ее добывай. Будем разбираться. Езжай сюда, у тебя песок есть? Нет. Ну, где-то же был. У меня песка нет, скорее всего, в карго я тебе там положила. Да, нет у меня. Карго. Да, песка есть чуть-чуть. Так, а как быть-то? А, вон как. Тут еще два места у меня свободных. Оказывается. И сюда тысячами же влазит. Какая фигня. Так, ну мне нужно волокно. А как ты туда проехал? Через что? Ты объезжал? Нет. Ну да, я там. Там дорог, по дороге я проехал. О, волокна с кукурузы тут вообще нормально можно собирать, не будет проблем теперь у нас. Ну какой-нибудь такой вот. Это что за дрифт, блин, а? Куда я вообще поехал? 18 дерева, 7 камней. О, бежит какая-то чудесная макака. Я такую не встречал, ну, по-моему, встречал. Ну, она уже такая. Шкуру рупу принесла. Одну. Да, кстати, они тут бомжатские какие-то. Все со шкурками. Ничего особого нет. Оба она стреляет прям. Кто стреляет? Вон что, не видишь, я еду. А, конечно, на деревню проскочил. Ну и что ты думаешь? Я не думаю, я делаю. Я вижу, что ты стоишь и думаешь. Нет, я делал лопату. Теперь интересно. Здесь. Блин, ё-моё, всякого тут говна у меня. Почему я бутылку не надену с аккумулятором? Вот. Кто мне расскажет? А чё ты такой маленький был? Ну это на чё хватило? Ага, здесь песка, короче, не добышь. Может, вон там добышь? Где есть песчаное что-то похожее. Надо добывать песок, короче. Я уж поняла.
рабство никто не отменял. Но... А, нет, да бывает что-то. Не, ни хера не добывает. В пустыню, что ли, ехать придется? Это меня подлагивает. Да это потому, что здесь много баз стоит. Может, вот здесь на дороге песчаной добудется песочек. Ни хера не добывается. Давай я, наверное, возьму твой ходун и сгоняю за песком в пустыню. А здесь не добывается вообще что? Ну, что-то не добывается вообще. А этот как построил? Ну, у меня был песок там. Просто, наверное, без фундамента. Нет, у них, смотри, какой-то другой фундамент. У них песчаный, как ты делаешь. Ну, деревянный? Здесь... Да. Ну что, сделаем деревянный? Конечно, нафиг я это просто за ним. Тут озеро недалеко. Водичкой. О, чё, блин, все, уехал, хер вернешься, блин. Какие цветочки беленькие? Хлопок, наверное. Давай сюда вот выше, здесь построим, здесь поровнее. Вот где полянка как раз с этим. Кукурузой. Где? Где ты сейчас вот ломишься? Да, да. Тут здесь никого нету. Полян с кукурузой повсюду. Как никого нету? За горой стоит база. Вот здесь вон поставь. Вон, видишь. Ну и пусть здесь за горой база. И здесь будет база. Да блин, что тебе не нравится вот здесь, где я начал строить? Какая разница, нас же не гопнут, даже если захотят. Короче, чтобы поставить фундамент тот, нужны чертежи фундамента, ну эти. А, вот они, 18 еще этих. У меня были? Да. Оставь мне вот эту платформу, всю не разбирай. Оставь ее, сделай маленькой такой этой. Ты выше туда строй базу, а вот эти вот, которые ты поднял, штучки. Все, короче. Оставь... Оставить тебе? Да, я это. Оставляю. Я сделаю маленький такой домик, чтобы у нас был. Ну, как та база старая, помнишь, была? Не, не помню. Давай, короче. Фундамент слишком далеко. Какой еще нахер фундамент? Блин, вот с этими базами вечно проблем. Какой фундамент? Есть тут фундамент? А. Это
считается. Ангар руф. Ну давай тряпок еще возьмем, попробуем. Может быть, это все-таки фундамент? Думаю, а что, на них осколки костей нужны? Ну, ты взяла те такие, которые нужны, осколки костей. Так я твои же собрала еще. Почему? Я костей не использовал. Ну это крыша, она на этот не используется. А, это, наверное, короче. Ну я не знаю, надо ровную площадку найти. Или уже поставить, как есть. Вот такой вот. Да? Не маленький. Я думаю, нет. Ходом влезет большой. А там уже наверху поставим этот. Скажи, я скажу. Площадку для таркретирования и производства всего. Там внутри? Да. Твой и мой, я думаю, залезут. Осталось только найти опоры. Нашел. У меня 22 есть. Да тут немеренных. Опять у нас база с дыркой. Блин, надо еще канаты взять. Где там дырки? Нету никакой. Что такое? Небольшая так. Не пролезет никто. Да и не важно. Главное, чтобы не надуло там. Пока что. Там уже разберемся подальше. Мы уже долго херачим, и у нас походу мало канатов, а если точнее, их вообще нет. Как нету? А ну вот еще 100. Давай, короче, я поставлю стены и этот ворота. И надо будет сделать уже платформу. Чего-чего не хватает? Ну все, wooden slab отсутствует. Там, по-моему, был еще. Но нам надо будет делать. У нас, короче, кончился вот этот wooden slab. Нам станок надо поставить, да? Нам надо поставить станок, но я думаю, что, блин, сначала надо поставить там платформу какую-нибудь. Ну, прям wooden slab, и этого надо хотя бы 4 штучки. На землю ставить стану.
Вот я, давай что наверх поставим. Куда наверх? А, ты можешь там сделать, да, эту площадку такую? Да, я вот сделала маленькую площадочку. Или еще побольше. Сейчас я посмотрю, что. У меня все хватает для станка. Иду делать. Нужно дерево и волокна. Тащить. Больших количеств. А я вон там вижу деревню какую-то такую. Странную. Короче, давай я тогда станок сделаю. Чё там я надо? Делаю станок. Тащи дерево с этим. Всем. С волокном. Я закидываю дерево. А ты можешь установить сразу ящик этот? Базы. Сейчас посмотрим, что для него нужно. А ящик базы-то я в натуре не разобрал тот. У нас есть вот чертеж от него. Ты видела где-нибудь? А как ты не разобрался? Ты всю базу разобрал. Ну, блин, ящик я забыл разобрать. Он разрушился вместе с другими вещами. Как прекрасен этот мир. Да? Офигенский. Блин. Волокна не докинул. По-моему, где-то был. Если мы его забрали... Так, тебе что, и больше его нету? Кого, ящика базы? Да. И как тебе надо хранить? Тебе дерево надо, да? Да, надо там производить этот wooden slab в больших количествах. Нет, нету ящика базы у нас. А чё я? Я загружённая бегаю. Чё? И что делать будем? Я поехал, куплю его на торговке. И все. А ты пока производи. А она рядом? Ну, недалеко. Через краба надо проехать по-быстрому. Ё-моё, лагает вообще жутко. Здесь много строений. Короче, также много лагов. Неудачная была идея разработчиков, я считаю, сделать вот это вот нескладуемые базы. Так можно было приехать на ходу, нет. Развернул и делать что-то надо. Так теперь все здесь стоят. Всех надо прогрузить серверу. А еще скорость у ходуна большая, он не успевает грузануть. Какое-то строение нашел, прикольно. Ого, мне прям втащили они. Зато строение. И стоит ходун какой-то. Ничего. Ничего просто. Просто стоит. Ну, короче, мне через гору. Зато костей здесь. Много пепла. Производи не хочу. В костях нуждаться не будем, короче.
ух ты, разогнался сильно. Все. Все-таки разворот был. Ну а какие стреляют чем-то огненным здесь? Какие огненные шары, которые взрываются. О, тут возле торговки прям жизнь бурлит. Города тут стоят по кругу. Слышь, может, нам тоже надо было туда? Торговки поближе. Да, и народ здесь тусит. Блин, в чё я врезался-то? Чё-то не пойму. Там кто-то дерется. Смотри, может, задание есть какое-то. Посмотрю сейчас. Так, вот это, дробаши. Блин, ну все нужное. Так-то здесь. А, седляка продадим. Такую херню. Моллюски улучшения. Ну и все, в принципе. Деньги там у меня есть, по сути дела. Так, а у меня вот сюда. Короче, ничего дорогого здесь нету. Особо. На 68 рублей. Так, ящик базы нас интересует. Которого здесь нихера не будет сейчас. Там они долбятся. Ты хочешь помочь? Нет. Да орут просто в этот. Улучшенный столярный станок. 1000 стоит. Улучшенный ткацкий станок. Ну, наверное, мы теперь сами сможем улучшить это сделать. Ну, это добыть надо будет. Так, ящик базы 200 рублей. Купить. О, есть баллонг. Волкер баллонг. А зачем он сейчас? Ну, просто. Может, туда базу можно ставить. А кстати, это Сокланович твой писал про баланг, они ждали, когда добавят баланг. Да? Да. Чё, вот купить улучшенный столярный станок? А зачем? А чё с ним не так? Ну, он улучшенный. Он быстрее Машу будет производить. Я, короче, купил. И улучшенный ткацкий станок тоже один куплю. Ты чё дзык начал? Да не заикаться, это они здесь долбашцы. Уж кому-то но лупить тут. Давай, давай. Готов. Знай наших, ладно. Давайте, ребята. Долбитесь дальше. Я да ну нафиг. Волкер у меня застрял, блин, в этой фигне. А ты обратил внимание, что здесь обезьяны быстрее двигаются? О, только. Намного. Только. Офигеть, я, короче, залез на торговку. В общем, ясно. Особо изменений в механику, в физику, то есть не внесли. Также можно запрыгнуть на базу чужую с помощью ходуна или в нее. Все, я лечу. Ты там произвела вот этой херни? Нет, остановила.
нафига? Ну нафига она мне нужна? Ну нужна, чтобы да закончить ангар. А я поставила опоры, делал. Да опор хватает, надо это. Wooden slab. Да делай, делай. Ты пришел. Ресурсов надо, чтобы его поставить. Короче, нужно топливо. 12 костяного клея, 65 тканей. О, мим ходу огромный. Деревни большие. Со всякими. Блин. Короче, они херачат какими-то огненными шарами, но которых я не вижу. Горят там или взрываются. Ходун переворачивается вот этот на раз, два, три. Просто чуть споткнулся, все. Кубарем полетел. Обезьян здесь навалом вообще. Намного больше, чем было раньше. Прям штуки по три, по четыре их встречаешь сразу. Ну, я имею в виду вот на этом пепельном биоме. Ну мы, наверное, на этой релической ноте закончим запись видео, потому что оно и так получается очень длинно. Мы закончим ангар и уже в следующем видео пойдем гопать деревни. А пока мы, наверное... Нет. Мы разделим на две части. Первую это переезд, а вторую... Короче, у меня лагануло. У меня как будто ходун. У тебя и звук лагает, я тебе не... Ну, короче, блин, я застрял тут. Я не могу двигаться назад, только вперед. И он просит перевернуть волкер. Флип-волкер. А я сам не за штурвалом, но все равно управляю ходуном. Короче, конкретно, блин. Ну, короче, я врюхался в гору прям. Конкретно, яйцами сел. Яйцами сел? Ну, да, яйцами сижу на земле. Твой любимый лодочник. Ну, обожаю его. За вот эту вот хрень. Вот он еще выше очко задрал. А, ну-ка. Не берется теперь управление. Смотри, в старом сезоне кукурузу могли давить? Да, в этом нет? Не знаю, хочу попробовать. Я думаю, что тоже можно. Если это да, то будет, то вообще у нас проблем с водой вообще не будет. Ну, это ж хорошо. На то был и расчет переезда в этот хардовый оазис.
уже давилку поставил? Да. Ну пока все ресурсы собрала. Потихонечку мастерю здесь, ресурсы все освобождаю, ящички. Молодец, там база не ломается случайно. Пока нет, даже не трещит. Неужели я... А что давится с нее какая-то хрень с кукурузы? Какая? Топливо? Коричневое? Да, какая-то. Сейчас выдавится. Фрут. Фрут вот это давит. Который потом надо пихать в эту и добывать воду. Вот они сделают. В станцию очистки, что ли? Фрут вот этот, который, помнишь, ты рубил у Махтак? А, ну. Вот, надо теперь вот этот фрут, она давит из кукурузы. Понял как? Понял как. А ну это тоже фрут хорошо. Надо. А в этот чайник. Фрут потом надо в чайник. Все понятно. Давай это ходун сюда загони. Да вот хочу. Блин, 130 дерева, 150 волокон и 12 wooden slot. Он не поместится это. Не поместится? Нет, конечно. Дай какой набрал. Ну заезжай сюда, посмотрим. Если что, продолжим. Да стой. Подожди ты. Да я выгоню это. Да я выгоню, говорю. Да выезжай. До конца упри его вот. Ну все, как раз он помещается, еще гонишь-то. Еще даже место остается. Если вот так ворота закрываем. И еще лодочный рядом вот сюда влазит. Ну короче, ты минимализм, да? Ну а что делать? Тут на ресурсы сколько надо, чтобы его захерачить. Такое ангарище. Ой, а ты не могла бы ворота открыть? А, тут дверь не поставила. Поехал, ну, прям по тебе что-то начинаешь ты сразу. Так, ну ящик мы хотели, да, поставить. У тебя дерева много есть и волокон? Дерево? Нет. Опять мне косить? Да, коси волокна, кукурузу и дерево, по-моему, было где-то. Рядом растет. Ну, посмотрим сейчас. Я еще поставлю. Ты имей в виду, что кукурузу, когда косишь, вообще коса прям улетает. Да? Да. Так что имею в виду. Да нихера себе рядом. Тут вообще рядом нихера ничего не растет. Блин, да опять... Да это что, издевательство? Ну и где эта тварь? Какая? Ну, вот которая на меня что-то... Встречала сейчас, где? Mm-hmm.
А здесь, наверное, озер нету с этим рогозом, или тоже есть? Да их полно здесь. Только с рогозом и есть. Ну там, походу, жабы. Короче, давай, ты дерево хочешь, я тебе волокна. Я дерево накашу на ящик, чтобы ящик поставил. Оба-на. Кто-то в меня стреляет. Огнем, между прочим, еще и там травят какую-то херью. Да. Офигеть! Убили. Убили насмерть нахер. Отравили и сожгли. Какая-то деревья. Деревня там рядом была. И она, короче, решила меня уничтожить по какой-то непонятной причине. Не нападал я ничего. Все было ништяк. Ты успеешь свалить? И свалить-то успею. Просто, блин, у меня там вещи, которые в огне лежат. А он кончился вроде. Ну, короче, прикольно здесь. Все, ну, получается. Да, вообще супер прикольно. Блин, я перегрузилась. Как-то здесь все по-тормозному, блин. Блин, 25 камней не хватает. Теперь. Слава богу, камень есть. Блин, с этого не добывается. И с этого не добывается. Ну а чё надо-то? Найден. Все, у тебя закончилось производство этого. Дерево надо, я волокну туда накидала. На тебе ходун. На тебе ходун, теперь твоя очередь, да, там умирать. Нет, ну ты в ту сторону не едь. Надо ящик базы, да? Так, закидываю дерево, камней, wooden слэпа и волокна надо. Так, ну 32 часа простоит. А, камни не нужны. Ты там забираешь wooden слэп? Да. Опоры есть, надо канаты. Ну и все, наверное, это мы, ребята, сегодня мы достроим все, что нужно нам. И в следующей серии уже попробуем гопать этих макак с удвоенной силой где-нибудь в ихних деревнях клевых. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, пока.